Всем-всем привет! Второй день закупок в Фикспрессе. Ну, показываем, что мы сегодня купили. Ездили за одной доской. Да, но мы теперь кухонной. Уже в другой. У нас Фикспрессов три. Мы теперь вчера в одном были, сегодня в другом. Так, ну, первое, что покажу, что незапланированные покупки. Угу. Купили мы вот такую вот рамку. Для фотографий, но... Фотография, да? Она называется рамка для фотографий, но мы купили для вышивки. 21 на 30, 99, кажется, рублей. Так, рамка, фоторамка 99, да. Очень удобно, кстати. И вот такая вот красивая рамка. Я почистила здесь. Очень такая... Мне понравилось. Угу. Потому что... И красиво оформлено. Красиво оформлено. Снято. Мы поставь ее. Купили для вышивки. Поставь. Ой, не, не поставлю. Угу. Собака падает. Вот так вот. Так, следующее. В Фикспрайсе купили капсулу Ариэль 3 в 1, 199 рублей. Ну, будем пробовать. На какие-то, я не помню, да, у нас? Ну, да. На тайт или что-то. Ну, какие-то аллергия была. Ну, вот решили еще раз попробовать. Только мы всегда пользуемся фаберликом, а теперь решили какого-то геля. Да, попробую чуть-чуть. Так, следующее. Купила я вот такой вот органайзер для дисков. Такой органайзер на Алиэкспрессе стоит 500 рублей. На Галамарте, так, сейчас вам точно скажу, 200 с чем-то рублей. А в Фикспрессе я сегодня увидела за 99 рублей. Вот точно, точно такой же. Нет, не последний, кстати. Последний. И там за 99 рублей есть органайзеры для зубочисток, которые тоже стоят на Алиэкспрессе 500, а в Галамарте 200 с лишним. Тоже за 99. Зачем переплачивать, когда можно за 100 рублей купить? Конечно. Очень хороший. Ну и к органайзеру, конечно, купили ватные диски. За 55 рублей. Вот такой вот большой. Так, следующее, что мы купили? Очень интересно. Очень вот вчера я как раз перепутала. Нет. Это кофра. А, это другое? Кофра подвесной, 5 секций, 99 рублей. Я не буду его распаковывать, потому что он очень большой, а вот как он на картинке, вот мы сейчас точно так же его и смотрели. Вот такой же он. Угу. Очень хорошо. Это вешается в шифонер, и как полочка, он используется как полочка. И туда помещается вот одежда, можно поместить. Да, сейчас очень, мне... кстати, удобно. Она очень длинная, просто не покажу никак. Да, она очень длинная. Так, ну и то, что мы вчера перепутали, 77 рублей. То, что мы хотели, коробка складная с крышкой. Вот, а я вчера перепутала и купила совершенно другое. Ничего, мы ее уже приспособили. Да, уже приспособили. Мы любим такие коробочки, которые можно приспособить. Поэтому столько не расстроились, но она пошла в дело. Да, так. Распаковывается очень-очень быстренько. Вот она. Быстренько, ага. Быстренько. Ну и что? Ну и что вот? А, все. Все. Вот это внутрь ложится. Угу. Так. Нет, не постоянно. Вот и все. И сюда складывается вот и крышечка к ней идет. На липучке. Вот и крышечка идет. Такая вот. Я считаю, что для одежды очень даже хорошо будет сложить или детскую одежду, и взрослую одежду сложить. И полотенце, да, и полотенце ванну, да, сложить. Да. Чтобы в ванне постоянно полотенца были. Да, чтобы все что угодно. Так, следующее, что я купила, это... спонж для макияжа 77 рублей, подобие бьюти блендера. У меня такой есть, мне очень нравится. Он очень мягкий, и я решила... Удобный. Удобный, да. И главное, когда намочен, он большой, когда не намочен, он в таком состоянии. Маленький. Маленький. Купила я его, потому что их уже нету у нас. Думаю, запасной будет. А то у нас быстро их разобрали. Так, следующее, что мы купили... Мы вчера попробовали скраб для лица. Да. Очень
классный, безумно очень классный, да? Черные точки сразу убирает. И сегодня мы увидели в другом фикс-прайсе другой скраб, эффект обновления на виноградной косточке. Тот был на абрикосовой косточке, этот на виноградной косточке. Здесь масло кокоса и миндальный орех. Если кого интересует, посмотрите в предыдущем видео, какой мы тот брали. Этот посмотри, пока... там тут был беленький, а этот или какой он там был? Да, он беленький. Кремовый. Кажется. Кремовый, да. Ну, тоже беленький. И здесь тоже беленький такой же. Да. Угу. Ну, это только на виноградной под запас. Так. Ну, главная покупка, за которую мы пошли. Есть специально. Сколько стоит? 55 рублей. А ничего рассказывать, дерево-то как дерево. Все. Так, вчера, кто видел видео, мы показывали вот такие вот штучки, так скажем. Штучки-дрючки. Ну, такие вот. Половину мы съели за вечер. Да, она нам очень понравилась, и мы решили купить еще. Стоят они 10 рублей 20 копеек. Вот. Ну, в общем, набрали мы их целую кучу. Потом еще вечером мы съели орехи. Арахис жареный без соли. Тоже нам понравился. Мы решили сегодня повторно. Мы закупили, потому что снимаем видео еще это кулинарию, а там орехи часто рецепты. Арахис 51 рубль. И купили мы сегодня вот такую набор шоколада. Набор шоколада. Сколько ты стоишь? Шоколадные плитки 55 рублей. Ну, здесь вот такие маленькие плиточки. Причем хорошее оформление. Да, доллары или рубли. Рубли, 100 рублей. Так, 5000 рублей. Вот 5000 мне нравится. 1000 рублей. Вот 100 рублей вижу. Ну, если там покопаться, там 5000. Нормально, приличная. Приличная сумма. Да. Вот такой вот шоколад. Ну, он, наверное, горький должен. Шоколадные плитки. Да, 150 грамм. Дата изготовления 21.06. Ну, свежайший. Прямо свежохонький. Да, ну вот такая вот у нас сегодня покупочка с фикс прайса. Ну, на этом все. Всем второй сезон. Второй день. Второй день, вторая часть. И второй сезон. Да. Если мы еще в третий пойдем, ну, не тут... надо. Не, туда далеко очень. И не хочу туда. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Мы вас любим.